Преодолеть стену непонимания между бизнесом и властью – одна из основных задач бизнес-завтрака. Инициатором таких неформальных встреч выступает торгово-промышленная палата муниципалитета. Данное мероприятие оно является традиционным. Мы каждый раз проводим данные встречи с бизнесом. Они необходимы для того, чтобы бизнес мог рассказать о своих проблемах, о своих пожеланиях, о своих чаяниях, работая на территории Ленинского городского округа. В очередном бизнес-завтраке принял участие временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Дмитрий Аварёнов. Сегодня интересы предпринимателей – это номер один у губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. И поддержка бизнеса, и малого, и крупного, и среднего – это приоритетная задача, которая ставится губернатором абсолютно перед всеми главами любых муниципальных образований. Предприниматели округа поясняют, что именно в таком формате можно обсудить самые актуальные вопросы. Вопросы абсолютно разные, от субсидий, льгот до земельных отношений, имущественных отношений. Их много, они все очень интересны, я надеюсь, что они получат все отклик. Председателя комиссии женского предпринимательства торгово-промышленной палаты Татьяну Ершову волнует тема тендеров. В последнее время их на обслуживание территории выигрывают компании, не имеющие отношения к Ленинскому городскому округу, в связи с чем качество предоставляемых услуг оставляет желать лучшего. У нас много предпринимателей, которые участвуют в этих тендерах и, к сожалению, не всегда выигрывают. Мы на нашей территории знаем очень много добросовестных предпринимателей, которые ведут такой бизнес, они ответственно подходят к поставленным задачам и их выполняют. Предоставление муниципальных помещений в аренду предпринимателям, возможность деятельности в государственных образовательных учреждениях, кадровые вопросы из-за трудной транспортной доступности и многие другие вопросы получили ответы на встрече. Хотели бы жители в первую очередь решить этот муниципальный транспорт, который до сих пор нет в нашем деревне Лопатин, это ЖК «Государев дом», напротив «Видный город», «Сухановый парк», и каждым днем увеличивается жители и дома. Будем прорабатывать вопрос, но там не так все просто. Есть по линии Министерства транспорта Московской области, есть определенная, скажем так, квота, сумма на округ, и распределяется она по всем муниципальным маршрутам. Такая форма общения помогает выстроить диалог между бизнесом и властью, всесторонне обсудить проблемы и, что самое главное, найти пути их решения. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Екатерина Довлятова, Видное ТВ.